Buongiorno, come sempre Fitness Forza Palermo con Alona Camilo. Sicuro che ora insieme, oggi tutto altro. Aspetta un minuto. Oggi, sì, braccio. И ки персона ора инсиене эскриви. Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня фитнес Форса Палермо кон Алона Камила. Си ора и ее соло. И сейчас мы будем делать упражнение для рук. Да, пока у меня есть одна минутка, пока вы собираетесь, я как раз таки вот продемонстрирую девочки. Девочки, может быть, я в этом видео выйду как девочки? Что такое девочки, да? И какие формы, какая походочка, какая осаночка у девочки. Да, я, наверное, сейчас сделаю это видео. Тот, кто сейчас со мной, следующее видео будет про фитнес, я уже переоденусь. Что я хочу сказать? Девочка – это вот это вот вытянули. И я сейчас встаю. Вот такая я длинная, высокая. Смотрите, походка от бедра. Походочка от бедра. Обязательно. Это значит плечики. Ой, плечики. И вот сюда. Вот плечики вот сюда. Сейчас я вам немножко продемонстрирую, как девочки на каблучках нужно обязательно ходить. Как все, грудь вперед. И смотрим на меня внимательно. Вот я стала. Смотрите, стала. Позиционно уно. Да? Стою. Красиво, да? Смотрите, плечики развернули. Да? И шейка 90 градусов. Вот, развернули. Красота. Вот у меня такая блузочка красивая, вот я стою. А это все фитнес Форца Палермо. И вот ножка раз, и походка от бедра. Обязательно ровненькая и красивенькая. Вот она, 90 градусов. Вытягиваемся вперед. Да, еще даю такие рекомендации. Когда вы идете по улице, всегда есть витрины. Идете, увидели, вы немножко так вот согнулись, плечики подняли. Вот что я хотела сказать в этом прекрасном видео. А следующее видео будет фитнес Форца Палермо. И я одну минутку переоденусь, будем заниматься. Фра уна минута.